Здравствуйте, вы смотрите канал Максимадзе, и мы как-то раз вместе с Лехой из канала «Чё хочу, то врачу» поехали на железнодорожный вокзал, и там состоялась, скажем так, встреча четырех ютуберов. Полное ТВ, наливай ТВ, «Чё хочу, то врачу» и Максимадзе. Все более подробно вы сейчас все увидите. Приятного просмотра. Друзья, подписчики, новые зрители, всем привет. Поедем, короче, сегодня к Гришаню, посмотрим. Гришаню полное ТВ. Ну и что хочу, то врачу, встретимся. Сейчас иду с работы в Крестюшку. Крестюшку-то в городе, где-нибудь найду. Короче, пересекаемся в городе. Так вот, посмотрим, что как пройдет. Городок. О. Наталья, привет. Привет. Вот, да, у нас, да? Мы и так уже подкреплены. А, уже? Ну, что? Ну, я блинов напекла там. О, ну-ка, все покажи. Все утро пекла блины. Ну, пораньше стало. Ничего себе ты даешь. Пошаровали там. Все дела. Спасибо. Шапончики, чайков. Спасибо. Так что, ну, все, как говорится. Не это. Все, дал... думаю, в поезде что-то надо поесть. Далеко ехала? Ну, долго ехала. На левом берегу, но... На метро-то быстро. Это, ребята, модератор у меня в чате. Наталья с Новосибирска. Ребята, вот вокзал главный, Максимадзе. Привет. Тоже решил Гришу не приехать. Вот, домчался здесь за минут 15, да, я домчался? Ну, примерно, да. Сейчас еще наливай ТВ канал подъедет, наверное. О, наливай ТВ тоже здесь будет? Ну да, он едет. Кое-как, короче, Костину нашел. Всем привет. В маске. Не слышно. Наверное. Так вот, ну что, сейчас Костюшка чуть-чуть найдет себе, что надо. Что она захотела. Там пару подгонов ребятам возьмем. Ну и поедем. Как пеем. Всех заставляю спортом заниматься. Что Витю вчера гонял, что тебя. Ведь в жизни главное — это спорт и здоровье. Вот мы на вокзале. Ко мне из Новосибирска, ко мне здесь подходили ребята. Хочу выпить ТВ. Что хочу, то врачу. Я так думала, они по-любому. Раз пять, наверное, подходили, но уже, видимо, надоело ей. Наверное. А может, это уроки? Экзамен, пора экзамена всякое такое. А, ну да. Школьники же они учатся. А ты что, сегодня на работе? Повезло, вчера отработала. А, да? Так переживал, ну как у меня там по графику. Я два через два работаю. А, да? Вчера отработала, ну, слава богу, четвертого. Встретимся, думаю, наконец-то. А то те дни-то я, когда ты ездил, я не могла. Постоянно на работе, как назло, закон года, знаешь, что называется. Вот. Думаю, все, встретиться, у меня там маленькая мечта. Встретились. А мы только про них вспоминали. Здорово. 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 Чё, только про вас вспоминали. Нормально? Вы что как? Тоже сойдет. Что у тебя? А, вытери. Что? Что-то хавал, да? Там мне бабушка перед выходом борща там налила целую тарелку. Вот. А, понял. Ты каждый раз с новым другом? Ну почему? Напрашиваются. Я, блин, вчера 4 человека собрал. Он, еще один, это там, где-то он там спит, и этот, наливай ТВ канал еще. Он сейчас приедет. И Нота ТВ, он хотел сегодня приехать, но он тебя в Юрге, скорее всего, встретит. А там в Юрге 5 минут же стоять. Ну, наверное. Как там? Я не знаю. Тот, которого хочу пожрать, а ТВ. Я понял, но... Ну, вот ребята подошли. А мы только разговаривали, я говорю,
Что, хочу до врача уже раз пять, говорю, подходил, что-то нету, видимо, уже надоел. Может, экзамены, может, туда-сё, тут школьники. Я опять отпросился, короче. Тебя как зовут? Меня зовут Максим, но у меня ник Максима. Нет, так зовут как, Максим? Так что, ребята, вот такие вот дела. Че, у тебя как канал развивается? Нет, почему? Здорово. Можно сфотаться? Да. Только это. Че? Подписчики бывают, когда, знаешь, стримы включаю. Ну, я думаю, так у всех, в принципе. Сейчас еще сторис засниму. Ребята, еще наша подписчица, представьтесь. Всем привет. Меня Наталья зовут. Ну, собственно, модератор, который все спрашивали. У меня в чате модератор. Спрашивали, кто такая Наташа. Но как вы скрылись, мы говорили. Настало время, пришло время, и все купится. Ребята, мама Гриши вышла. Все еще стоим. Ну, время недолго идет. Сейчас еще Роман приедет. Да, наливай ты, мы сейчас подъедем и еще я. Самолет, что ли? Так, ребята, немного опаздываем, но ничего страшного, поезд подождет чуть-чуть. Ну. Короче, ждем, наливай ТВ, еще у меня для Крижи кое-что есть. Ну показывай, что у тебя там есть. Короче, я привез вам подарок небольшой. Ну-ка, какой, а что ты молчал, стоял? От себя. Это, короче, вот такая ложечка в стиле хохлома. О, нифига себе, хохлома. Не знаю, пригодится она. Конечно, вам или нет. Конечно, пригодится. Но, во всяком конечно. Случае, коллекционная штучка. А, молодец. Хохлома. Гриш только такой ложечкой теперь надо. Мама, худеть сказали будем. От души. Надо было еще пару дырок просверлить там. Я отполировал вчера ее. А, да? А где у тебя изначально у тебя друг был, который Нагашика похож? Нагашика? Ну вот он это, он, у него день рождения вчера был, он уехал, короче. Днем рождения тебе с прошедшим. Что, в натуре с таким гоняешь? Ну я звоню по нему, а так у меня... У него дома таких штук, 40. Я не знаю, штук 40, да, телефонов. Ну разные все. Те, кто смотрит мой канал, знают. А у тебя сколько подписчиков? У меня 1300 где-то подписчиков. Ну он там снимает всякие игры. Я его постоянно рекламирую. Вот. А что вы это? У вас же вот мамик здесь снимает, он часто к себе зовет там писать. Мамикс, да не знаю, что-то я еще к нему никак не попадал, вот, но он у меня, прикинь, прямо, вот я живу, у меня там вид на котлован, ну, типа озеро, вот, там небольшой лесок за городом, и он там видосы снимает, выкладывает сторис, что они там что-то снимают, какие-то эксперименты, я выхожу, его нету. А, ну они же хитро делают, они сперва снимут, чтобы уже не помешали. Да. Они снимут сперва, потом упадут. Да. Ну, когда-нибудь поймаю, что. Бегут наши красавчики. Бегут. Здравствуйте, здравствуйте. Все блогеры. Привет. Привет. Вы уже подходили, да, вроде? Да. Зимой, да? Да. Все с камерами. Все блогеры. Ты что на свой Siemens не снимаешь? Нет, покажи раритет. Не, раритет покажи. Раритет. Сейчас. Я звоню только с этого. Он, о, зарядку, ребят. Он зарядку держит недели две. Siemens недели две. Ну и звони. А это на который обзор был? Все блогеры. Как она называется? Наливайте вид. Наливайте вид. А у тебя как? Максим Мадзе называется. Максим Мадзе? А ты, по-моему, даже подписанный. Я как-то на стриме тебе донатил. А, не надо, да. Да. А ты это, к Кубе, да, едешь? Ну я сейчас про Красноярск, я не там буду. Ага. Ну что, я это, чуть-чуть вам подгончики сделал. Ну-ка, что, покажи.
На ксюшку снимай. Ребят, давайте это. Ссылка на полное ТВ, на наливать ТВ, на максимально тоже будет описание. На упаковка, подгончиков. Вот ошибка, не смейтесь. Что там? Кепочки. Вот одну тебе. Одну тебе. Такие кепки можно носить, нет? Я на стриме только ношу. Кубатуре, да, одну, короче? Да. Все, ладно. От души. Молодец. Вот. Вот это. Кстати, когда вот такие вот эти фантазии работают, это хорошо. На, подержи. Ну а что, почему нет? Я хотел сегодня тоже, кстати, одеть, да думаю, меня, ну, наверное, улице, здесь бы приняли. Да, ну, дома ничего, нормально, пойдешь, да? Пойдет, я раз сходил, думаю, это, вопросов много лишних. Так, Куба, Куба, кепочку тебе тоже передам. А может даже обе. Может, одну Радыгину отдам. Потому что мне куда ее. Скажут, что-то не то. А мне лишние проблемы. Блин, когда же у меня такая камера будет? С телефоном все равно не то. Ну, а что? Ты сколько подписчиков? О, 400 с чем-то. Что-то, короче, ну, потом без камеры вопрос у меня будет небольшой. Ладно. Дело такое. Поговорим, да, постучаемся. Да, сейчас поговорим, сфотаемся. Все говорят. Все, давай. Ждем тебя. С автостопом, с монголом, потом с маманькой, да. Санечка, приятно было видеть тебя. Давай. Спасибо тебе, хорошего. Кубе обязательно кепку передам. Хорошо. Так-то он, ты это давай, разгони. Попытка покататься. Нет, ты газ отпусти. И чего? И разгоняйся ногой и нажимай газ. Попер. Ссылочку на «Чё хочу, то врачу» в описании оставим, на Максимадзе тоже. Ну, а на Гришу всё, по-любому оставим. Так вот, ладненько. Давайте, попрём мы. Удачи. Ещё увидимся. Всё, счастливо. Ну всё, пока. Так вот, ребят, всё. Повидались, попрощались. Потопали потихоньку.